Гостью скандального шоу «Coming Out» певицу Анну Седокову заставили жестоко пошутить над банкиром Олегом Тиньковым, который ведет борьбу с лейкемией. На странице в Инстаграм Олега Тинькова певица Анна Седокова оставила комментарий, намекнув на его болезнь. «Олежа, дорогой, куда ты пропал? Будет время, заезжай в гости, сходим в баню, пиво с меня, рак с тебя», — написала исполнительница. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал.